Порталы, порталы и больше порталов. С вами Король Порталов, и сегодня мы начинаем прохождение спора на 100%. Под 100% я подразумеваю то, что мы должны собрать все части нашего существа, клетки, кого там еще, не знаю. Мы должны еще собрать все ачивки, получить все звания. Ну, в общем, сделать все, что возможно в этой игре. Почти что. Например, найти свою же звезду. И планета для начала нашего долгого выживания в этой игре. И основная наша планета будет вот этой. Она похожа на Землю, поэтому я выбираю ее. Мы будем плотоядными и максимальная сложность. И я даже не знаю, как назвать нашу планету. Единственное, что мне приходит в голову, это... Ну, давайте ее так и назовем. Вперед, смотреть на звездопад. Смотрите, какой ужас происходит, сколько метеоритов сюда упало. Ой. В общем, сейчас я постараюсь выполнить самое сложное из испытаний, а именно пройти клетку без смертей. Замечательно. Так, ну что, зовем это вперед? Редактировать наше создание. Желток. Вот. Вот так вот можно сделать. Но тогда нам придется пожить без глаза. Я думаю, с этим можно смириться. Название я не придумаю, потом какое-нибудь придумаем получше. Что с этой игрой происходит? Нам нужно было пожить целых 2 секунды без глаза. Не-не-не. Теперь ты креветка. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нас не сожрёте. Ой. Ой. О, мне это надо. Мне нужно... Не вы меня закусите, а я вас закусить. Вы не понимать. Так, все, мы закусили их. Мы закусили одного из них. Теперь нам нужно закусить что-нибудь другое. Зачем мне использовать зов? Я не хочу никого звать. Игра, за что ты меня заставляешь? Это нужно выключить. Время сделать наше существо более быстрым. О, мы можем взять новый фрагмент. Мы наконец-таки получили яд. Нам нужно заполучить его способность. Нами были заполучены его способности. Мы можем прокачать наше нечто. Так, еще влепим яд по бокам. Поэтому я, наверное, буду вырезать оттуда редактор существ, чтобы вы не видели, что происходит. Так, давайте мы должны унести траву от них. По-моему, мы как-то быстровато проходим этот этап. Что это было? Это электрический элемент. Он активируется, когда у тебя опасность. Откройте все фрагменты на этапе клетка. И вот про эти ачивки я говорил, что нам нужно собрать их все. Теперь тут будут вот такие огромные электрические мухи, которые очень опасны. Эволюционировать наше существо. Шипы — это устаревший вид защиты. Ура! У нас появился ум. Прикиньте, у нас появился ум. Все, смотрите, мы вышли к всеядности. Лучше всего выходить к всеядности. Алюминиевая клетка. Завершите этап клетка на максимальном уровне сложности. Там снова не пойми, что происходит с записью. Выход на сушу. Завершите этап клетка. Много же у нас ачивок. В общем, сейчас мы что-нибудь сделаем с этим существом. И в итоге у меня получился вот такой вот забавный чувачелло. Похожий, не знаю, на какой-то колибри.
Я его назвал Флорином, добавил ему описание, добавил ему метки. В принципе, мне кажется, вот этот рот даже можно будет оставить, и глаза тоже. Хотя глаза можно будет и другие попробовать. В общем, мне нравится данное существо, и поэтому пора выходить на сушу. Вот наши флорины и выходят на сушу. На замечательную планету и флору. На данной планете просто замечательная экология. И начинается новый день, новая жизнь нашего существа. Нужно сделать глубокий вдох, окинуть взглядом новый мир и отправиться исследовать сушу. Да здравствует эволюция! Ну, а исследовать сушу мы будем уже в следующей серии. А на сегодня всем пока! С вами был я, Portal King. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравится это видео. Продолжение будет в пятницу.